Всем привет, друзья! Сегодня мы приехали на Уконя. Такое хорошее место. Вот такой вот прудик. Народу уже дофига. Здесь течения нету, поэтому придется искать ямы. Ну что, поехали. Хорошенький. Смотрите, какой хорошенький. Достойный экземплярчик. О. Неплохой. Оцените, ребят. Вот такой. Ё-моё. Ребята, смотрите, аж леска трещит. Смотрите, какой горбач. Ёпти мать. Ушел. Слишком маленькие крючки для такой большой пасти. Жаль, конечно, жаль. Хороший экземплярчик был. Килошник, наверное. Вот я тут одного уже достал. Не успел камеру включить.
все. Один лочок, кто-то убьет, да? Не, крупный он сразу берет. Прямо заглатывает в шахту только так. Один вот тут. Мотор, да, ну да, вон подвеска висит. Крупный он сразу чух, прям бьет ее аж эту удочку выбивает. Ну а чего поймал. О. Ага. Ну вот хороший верхний, вот, три. Вот тоже неплохой. Ну да. И на что берет? На этот? На ваучер или? Да, на ваучер. На подвесок редко берет. Да. Но все равно бывает, что берет. Пробуришь. Два раза удара, он не успел подсесть, все, мертвый. А, ну, все, у него это, интерес пропадает, он уходит. А он такой ваучер? Не, на малька похожий. А? На малька похожий. Ну-ка. Он с глазками. Не, массивный стоит. Есть, но он не так. Не знаю, вчера лучше было намного. Да, в основном крупный бил. С утра или как? С утра до 12 где-то. До 12? Да. Ну, вот как расцвело. По раннему утру нечего делать, это не щука. Вот когда солнце уже вышло, все. Да, да, да. Чувствует перемену погоды, бля? Ну, наверное, да. Я целый тазик наловил. Сегодня что-то вообще херово. А да я вчера не поехал, думаю, лед тонкий, бля. Не, вот тут везде нормально было. Вот туда, там, да, там хрустело. Ну там полыня была большая. Там не замерзшая вот. Ну жерлицы сегодня вот, ой, вчера вот здесь вот стояли. Вообще ни одной сработки. Вот здесь? Да. Ну и там тоже дальше, мужики, тоже ни одной сработки не было на жерлице. А, здесь щука нет, давление большое. Щука вот начнет вот падать, вот моросить начнет. Когда там? 16 плюс 2. Вот в этот момент она может давление начнет падать, надо 20. Ну да. Сразу на лету бьет, там тюк, удочку вырывает. Вот один только у меня ударил, тогда это вот тюк, мелочь, может, правильно? Мелочь. Вы нам балансир, да? На блесну лучше клюет. На блесну и на ваучер. Есть, 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 ребята, есть. Опа. Смотрите, какой хороший экземплярчик. Смотрите, как он сильно заглотил. Прям в самую шахту почти.
Я его достать не могу. Смотрите, ребята, хороший экземплярчик. Вот такой маленький ваучер. Смотрите. Подвеска практически не берет. Самое главное, правильная игра. Мелкие подергивания, потом большой мах. Леску мне перепутал.